Всем приветики. Надеюсь, все скоро выгонят. Надейтесь. Привет, всем привет. А что считаешь про Милену? Про Милену вы мне постоянно спрашиваете, я с ней не общалась. Я узнала сама недавно, что она ушла с проекта. Ничего это мне погода никакой не сделала. Захареш тебя снова по лицу ударил. Раз позволит, всю жизнь будет делать. Друзья, ну это неудивительно. Вам показали, кстати, как он меня ударил? Потому что, когда мы разбирали эту ситуацию здесь, на острове, это вообще не показали. Никто не сказал даже, что он как-то неправильно поступил. Даже сейчас мне в комментариях пишут, что он якобы правильно сделал. Я вообще не понимаю людей, которые оправдывают рукоприкладство. Ну, честно, для меня не мужчина тот человек, который поднимает руку на девушку. Почему ты стала такая мерзкая? Вот нет к тебе негатива, но ты так изменилась. Я не знаю, с чего вы взяли, что я стала какая-то мерзкая. Я вела себя так, как хотела на тот момент, когда меня провоцировали, когда меня оскорбляли, когда еще были многие ситуации, когда 24 часа на 7 находишься в закрытом помещении. Это все следствие. Почему ты просила Фрост, как уйти с проекта? Ты просила Фрост? Нет, такого не было. Что делала сегодня? Сегодня день такой по лайту был, позанимались спортом, покупались, ничего такого особенного. Захаря за то, что ударил, в тюрьму посади, козел. Но я вам скажу, что он ответит за все. Слишком высокого мнения о себе. Так, оскорбление в блок. Бумеранг к тебе вернется со стороны твоих же друзей. Ну хорошо, пусть вернется. Считаю, что бумеранг вообще должен возвращаться всем. Привет, как ты? Держись там. Спасибо. Слушайте, я вообще на стрессе похудела на 5 килограмм за месяц. Это, конечно, очень хороший плюс, но то, что у меня здесь нервы просто уже не к черту, это не есть хорошо. Показывают, офигенно ударил. Да. Ну, ударил так, что у меня потемнело в глазах, наверное. На что он потом сказал, что он ждал этого момента, что он где-то специально меня выводил на провокации и хотел меня стукнуть. Ну, о чем это говорит? Человек всегда будет бить своих девушек. Так, ударил, правильно сделал. Ты тоже занимаешься рукоприкладством. Каким рукоприкладством? У меня язык заплетается, друзья. У нас просто 2 часа ночи, я очень хочу спать. Мы вышли к вам в прямой эфир, чтобы немножко пообщаться. Привет, ты из Краснодарского края. Привет. Лесь, вот честно, я к тебе очень хорошо относилась. Твое поведение стало ужасным. Друзья, ну хорошо, если вы во мне разочаровались, если вы считаете меня какой-то ужасной, хабалкой или еще какой-то, я прошу вас отписаться и как бы, ну, зачем писать мне гадости? Почему с Баршем так поступила? Вот тоже ситуация с Никитой была не очень такая приятная. Я уже попросила у него прощения, он как бы отказался меня прощать, так скажем. Я еще потом несколько дней к нему подходила, пыталась помириться. Человек не хочет идти на контакт. Я не считаю, что я как-то предала нашу дружбу, рассказала секреты или еще что-то. Я где-то просто хотела его поддержать на его выступлении в «Хозяина острова» и сделала немножко это в грубой форме. За это я принесла свои извинения, человек не захотел меня прощать, это его выбор и его право, он может со мной не общаться, я бегать, ни за кем не буду. А, он неправильно себя ведет, снял реально маску, помнишь ночью, когда попросила одеяло? Вы про Захариша, ну как бы и тогда человек срывался, то тоже нужен был повод одеяла, да, хотя я первая его никак не задевала. Давайте о нем вообще не хочу никак говорить, я могу сказать, что он, ну, бумеранг ему прилетит. Пусть как бы он может сейчас меня ходить, с чем он и делается, ходить меня оскорблять за глаза, не за глаза, как бы, но всему свое время. А то, что вылила на него вино, это разве позволено? Друзья, а позволено выставлять меня здесь алкашкой, заносить мне вино в бунгало, тем самым провоцируя меня на данное действие? Он сам меня провоцировал.
Ничего бы не было, если бы он меня не трогал. Он меня перед этим оскорблял на ББ, что я там непонятно кто, какая, и вы сами все видели. Потом мне занес этот графин в комнату. Ну, извините. Провокации устраивал он. Лесь, будь собой, ну их нафиг. Согласна. Нравится Инстаграм, эфиры в последнее время не очень. Друзья, но у всех бывают нервные срывы. У всех бывают какие-то ответные реакции на провокации. Я бы посмотрела на вас. Тут из самого позитивного, доброжелательного человека можно сделать там кого угодно. И по эфирам, и целенаправленно каким-то человеком. В общем, прекрасная девушка. Берегите свою честь и достоинство. Вы достойны лучшего. Вы нереальная красотка, сдержанная и приятная. Спасибо большое. Самое красивое. Спасибо. Просто шок, как он посмел. Ну вот так. Человек выжидал момент. Хорошо держишься, молодец, не поддаешься провокациям. Иногда, конечно, нервы сдают, я же вам говорю. Ведешь себя ужасно, белый тоже испортила. Вам пора с ней домой. Юля, я тебя испортила. Пишут, что я тебя испортила, да. Как ты могла так вот тоже? Я не знаю, просто казнить меня. Все, я пошла топиться. Я с тобой тогда. Видели эфир Сережи, как он сидел, понты гнул, по итогу зашел мужик в комнату, и он сразу эфир закончил. Пусть гнет. Он только этим и может заниматься. Я думала, вам нельзя в прямые эфиры. Нет, почему нам можно в прямые эфиры? Просто нельзя рассказывать, что происходило на этой неделе. А так как уже неделя прошла, и вы знаете все ситуации, по этим ситуациям можно говорить. Лесь, почему реснички не наращиваешь? Мне и так по кайфу, не знаю, не хочется. Природная красота, все дела. Хватит себя так вести, пожалуйста. Друзья, я вам еще раз говорю, если бы вы были на моем месте, вы бы себя еще не так вели, поверьте. Правильно, негатив лучше сразу блокирую. Я пытаюсь, да. Что вижу, что то блокирую, конечно, всех не заблокируешь. Игнорирую его. Игнор – самое ужасное наказание. Не ведись на провокации. Я стараюсь не давать никакой реакции. Вот этот вот графин полетел в него, когда я держалась целый день. Когда он меня оскорблял, унижал, я молчала. И графин уже послужил последней каплей. Не всегда получается игнорировать. Почему ты так поступила с Никитой? Я же вам объясняю, что я действительно хотела его поддержать. Мы целый день с Юлей ходили и собирали за него голоса, даже не то, что голоса, подходили к людям и говорили там, голосуйте за Никиту, там, давали ему какие-то советы, а потом он выходит на агитацию и просто теряется, и мы с Юлей, наоборот, хотели его поддержать и говорили, Никита, давай, соберись, что ты там под нос себе бормочешь, в посыле его поддержать, никак не унизить, не оскорбить, как-то выставить в глазах коллектива каким-то слабохарактерным. Нет, наоборот, подбодрить. Человек воспринял это все, как будто мы хотели сделать ему плохо. Ну, как бы я извинилась, потом еще подходила несколько раз. Не хочет. Ты говоришь, что он не мужчина, а ты не женщина. Так все достойные женщины не ведут. Это вы про что? Уже не могут, да, на острове кого-нибудь выгнать из-за карантина. Так, мы про это не говорим, нам нельзя это обсуждать. Дарил сильно, Олесечка, он ненормальный. Я согласна, у меня была потом вся щека изнутри, кровавых таких разводах, и болела дня 4. И ему за это даже слова никто не сказал. Я не понимаю, почему на проекте поощряют рукоприкладство. И мне еще пишут, что правильно он сделал. Вы люди, вы вообще в себе? Если бы вашу дочь, вашу сестру, вот так вот какой-то непонятный человек подошел и ударил, вы бы так же реагировали, писали ей, так тебе и надо? Вы вообще в своем уме? Юля, лучшая подруга, держись ее. Да, мы вместе совсем справимся. Сейчас на нас очень много идет давления от Захариша. Ну, на той неделе вот уже сейчас. Коллектив, там, я же говорю, из нас чуть ли не изгоев сделали, хотя мы абсолютно никому не желаем зла. Если нас не провоцировать, если нас не оскорблять, если нас не вводить на эмоции, знаете, какими-то неправдивыми вещами, мы, мне кажется, здесь самые позитивные люди. Просто выставляют все так, как нужно проекту.
Вот и все. А остальные люди подливают. Кто-то там не имеет собственного мнения, прибиваются к толпе. Вот знаете, вот есть толпа, они нашли человека, которого хотят там унижать, гнобить, уже неважно за что. Остальные люди присоединяются и тоже кидают какие-то камни, потому что собственного мнения, походу, у них нет. Если они даже поощряют рукоприкладство. Короче, знаете, мне уже вот честно все равно. Мы вот с Юлей максимально абстрагировались и занимаемся своими делами. Ходим, качаемся, придумываем там какие-то креативные... У нас сейчас куча креативных идей, что я очень креативная личность, что она. Так что смотрите в эфирах, будет интересненько. Ты его самолюбие задела. Ну, человек, видимо, очень расстроился, что я с ним быть не захотела. И всячески пытается теперь ходить, меня тут портить мне репутацию, оскорблять и все остальное. Просто он не задумывается о том, что за каждое действие... Ладно, все вернется бумерангом. Угу. Ты бросила в него фужер. Он меня спровоцировал его бросить. Вроде нет никаких следов. След был изнутри, и уже прошла неделя. Высокого мнения, у него хорошее мнение о себе, любому мужчине не понравится оскорбление за спиной. Он первый ни разу не оскорблял. Да, конечно, вообще ни разу не оскорблял. Смотрела эфир сегодняшний, вы такие странные, говорили, что за позитив, и в эту же секунду стали гнобить собственного друга. Я вам еще раз говорю, мы его не гнобили, мы его хотели поддержать, чтобы он собрался в конце концов. Если бы я выступала, и мне бы Юля кричала, Олеся, да хватит бубнеть себе под нос, соберись. Я бы наоборот сказала, Юля, типа там, без проблем, соберусь, там, выходи, поддержи меня. Вот так вот, если бы я понимала, что я действительно лажаю. А я думаю, что Никита в какой-то степени реально осознавал, что он не подготовился должным образом. И в какой-то степени даже на нас эту вину перекладывает, якобы мы там что-то ему испортили. Если бы он должным образом подготовился, ничего бы этого не было. Просто нам было реально обидно, мы хотели реально, чтобы он победил. Не из-за каких-то там корыстных целей, чтобы мы правили или не правили. Что это за фигня? Зачем нам это надо? Человек настолько обиделся, еще и коллектив ему, наверное, навесил, что мы такие плохие, блин, подруги. Ну пускай будет так. Неужели у друзей не бывает никаких там ссор, скандалов, каких-то легких ссор? Ну, если тебе человек дорог, ты прощаешь его, особенно когда тебе подходят с искренними извинениями. Так, как реагируют на это родители? Мнение же важно, я бы не допустила, чтобы мои родные переживали. Ну, у меня мама переживает, конечно, за любые ситуации. Она еще в каких-то моментах его поддерживала. Помните, может, мы ей звонили, она говорила, что какой он там хороший, золотой и все остальное. Честно, блин, это пипец. Так. Ты предала его. Каким образом? Планируешь из проекта после того, как все наладится с авиасообщениями. Не буду загадывать, посмотрим. Пока ничего не планирую. Теперь понятно, почему ты. Понятно, почему с тобой такие плохие нарезки, не думаешь, что к тебе предвзяты. Возможно. Возможно, меня хотят выставить здесь не в очень хорошем свете. Собственно, это началось еще с поляны, когда я там уезжала на несколько дней, меня выставляли тоже непонятно. Где я, да? Хотя я была просто в отеле, ночевала, спала там. Все. Приятно было смотреть на вас, когда вы друг другу говоря свое унизили. Ну, друзья, вы понимаете, как хотите понимать. Я же говорю, мы признали свою вину, что где-то мы немножко, ну, передавили. Немножко были на эмоциях. Это знаете, когда своего там ребенка, грубо говоря, условно говоря, готовишь в школу, он целый день с ним разучиваешь стихотворение, шьешь ему костюм, а он выходит рассказывать его, все стихи забыл, костюм порвал, блин, ну аж берет обида и злость, знаете, ты думаешь, блин, да соберись ты. Это не с целью было его унизить как-то, а чтобы, блин, короче, ладно, все, даже это обсуждать не хочу. Короче, да, я поняла, что я говно, что все я делаю неправильно, что я там предала кого-то. Хорошо, давайте, друзья, я заканчиваю эфир, мне как бы не очень хочется это читать.